Всем добрый день. У нас сегодня суббота. Папа наш на работе. Ему теперь все субботы нужно работать. Да, сынок? У нас с утра было пасмурно. Теперь потеплело. Сынулька машину свою все моет. Весь гараж свой намыл уже. Это парк свой, да, Андрюш? Умничка. Все намыл, котенок мой. Какая красота. Я на кухню убираю, он здесь играется. Да, Занька? Что показать, я уже говорила, мы пару недель назад ездили к моим родственникам в Тюрингин, в Йену. Там живет мой дядя с тетей, моя кузина с семьей. И вот кузинка ему подарила вот такого классного огроменного единорога. Ну, в общем, у нас он популярностью не пользуется. Как лежал, так и лежал, сынулька, конечно. Тоже для поменьше деток. Ну, спасибо большое все равно. Но у нас машины, лего и все такое прочее. Это уже, конечно, нам не актуально. Еще не вот такую коробку. У них детки уже большие, подростки. Они подарили нам вот такую коробку лего. В общем, за что... Им я очень благодарна, огромное спасибо. Вот такая огромная коробка. Теперь нам строить не перестроить, только каждый день что-то строит. И с папой, и со мной. В общем, такая вот огромная коробка. У нас есть лего, ну, лего дупло для поменьше детишек. И, в общем, ну, и такое маленькое тоже лего есть, но не так много. Так что теперь есть чем заняться сынульке. Каждый день он что-то строит. Играет. Мы варим пельмешки на обед. Сейчас наш папа придет с работы. Вот такие вот домашние, уже показывала при покупке. Сынулька мне помогает здесь шпюрку разбирать. Да, сынулечка? Спасибо, мое солнышко умное. Ну, я ты умничка. Ты мой помощник, да? А, солнышко? Будешь раскладывать? Сын, чего ты делаешь? Дедушке с бабушкой новый ковер распечатываешь? Так. Сын, ты помощник? И пучка. Красивский. Андрюш, не надо так сильно. Почему? Там, он толкает, а там диван мешает. А кто же будет его раскатывать? Помощь нужна. Теперь раскатывай. Молодец. Иди вон зови. Живому иди, новый ковер я раскатал. Иди по новым коврам. Или не хочешь. Или не хочешь. Андрюш, красивые розочки? Понюхай их. Ой, как некрасиво язык высовываешь. Красотища, сын. Не спишь, что ли? Ты чё спишь? Сын, а что ты тут делал? Здрасте. Здрасте, мы работали здесь, мама. Да мы поняли. Мы Андрюш, это кто такую кучу здоровую нагреб? Ты что ли? Андрюш, на крыше это был, деда. И сгребал все, ничего мама. Себе. Правда, Андреевка? Дайте я поближе эти розочки. Парам-пам-пам. Какой тут розовый куст у тебя красивый. Это просто класс. Свай. Блай. Кто тут у нас так красиво футбол играет? Ничего себе. Я вижу. Кого ты видишь? Кто тут спит? Кто тут спит, какая киса? Ну пошли. Давай, футболист, пошли, ты что, спишь на ходу, спит, что ли? Что? Ну, играть давай, обещал. Давай. Давай, футболист. Ай, свай. Ну, хватит, давай, Андреюш. Ну, я тогда пошла домой, все. Я ухожу, все, что. Да, что за... Мы заехали в норму. Пополнить запасы сладкого. Собственно говоря, поехали за булочками. Ну, вот... Так, закупили сладости. Вот такой купили сок. Он в акции 95 центов. Валенсина. Купили свою штуку для завтрака. Сок.
Здесь апельсин, манго, ананас, еще банан, яблоко. В общем, такой вот сачок. Вон. 1 литр. Здесь 2 таких сока мы взяли. Тут взяли вот такие вот выпечку такую, такие зели они с кумелем. Да. Вот, зели стоят 59 центов, и вот такие вот шпицбум, они стоят 79 центов, вот такие вот, они там, по-моему, и оливки, и паприка, в общем, все. Мы взяли вот такие вот конфетки с наполнением, с наполнителем, с фольмельхи, в общем, эти конфетки, они стоили 200 грамм, здесь 2,49. Потом вот такие вот очень вкусные с... В общем, голландские бутер-карамель вафлинская с маслом карамельной начинкой. В общем, вот такие кокосовые песочные печеньки взяли. Дальше вот такие вот взяли. Кукольные птичьи гнездышки. В общем, они с орешками, с лесным орехом. Это упаковка. 215 грамм. 1,99. Дальше вот такие вот взяли. Это шоколадные кексы и с молоком. Дальше взяли мороженое с миндалем. Самое мое любимое мороженое в Альде, в Лидле, везде. Я беру такая упаковка, стоит 1,99, там 6 штук с миндалем. И ванильное мороженое внутри. Вот такие первые раз я видела конфетки. Молоко и сливочно-молочные, как такие, как ретро, такие вот конфетки, как карамельки. Они стоили 1,49, здесь 250 грамм, там есть разные, крупы всякие, они такие малюсенькие-малюсенькие, насыпем себе вот, у меня там есть стеклянная, такая вот на окне у меня есть такая стеклянная вазочка, мама мне дарила, правда, на новогоднюю елочку, у меня круглый год здесь стоит, там тоже у нас маленькие карамельки, конфетки. И взяли вот такую вот переноску, нужна нам была переноска в норме, взяли мы 3,99, вот здесь 5 розеток и вот такая вот кнопочка выключать. Такая небольшая закупка наша. И мои родители ездили в русский магазин. И вот такие небольшие подарочки нам передали. Сайру баночку. И яблоки. Запах не могу передать, огромные. Очень вкусные, сладкие, очень-очень вкусные. Всем приятных выходных, приятного субботнего вечера. Всего доброго. Пока-пока. Всем доброе утро. У нас воскресенье. Всю ночь шел дождь, резко похолодал, наверное, плюс несколько градусов. Мы, родители, готовят обед на террасе, мы с сынулькой пошли к ним. Сынулька морковку трет, моя умничка. Ну-ка покажи, какая у тебя маленькая тёрочка. Ну и солнышко, помощник. Рыбу жарят здесь на улице, они в русском магазине купили. Ну, это камбала, если я не путаю. Да, Андрюшка? Буду чистить морковку. Ты почистил морковку, теперь трешь, да, золотой? У нас такой сильный ветер. Все. Да, сынок? Морковка. Морковка, все? Почисти. Покажи-ка. Ой, как красиво. А покажи. Молодец. Показывает, что там. Сколько? 15 градусов надо на солнце. Вот можно снимать. Как это камбала называется? Да, я сказала, вы можете. Смотрите, какая вкусняшка получилась. Лека-лека. Опачки. Уже в русском купили, да? Сейчас принесу, малыш. Подожди. Да что ты делаешь, сынуль? Ну, у тебя свой ножик у бабушки пластмассовый, да? Ну как круто. Конечно, сам мне готовить. Слушай, какой ты помощник, левша ты моя маленькая, а? Вот умничка. Ты посмотри, как он орежет ее кругляшками. Ты тоже картошку резал, да, я один раз видела. А, солнышко. Малыш. Умничка. А меня не снимают. Нет, я только морковки твои сниму. Ты уже много нарезал, да? Очень классные морковки. Сыночка, ты вообще... Натер, нарезал, умничка моя. Меня не снимал. Запах слышно, очень вкусно.
Мама нам еще лучевки взяривает. Легко-легко. Всем приятного аппетита, кто обедает. Угу, тут и напишите всем. Приходите к нам на обед. Да, приходите все. Посмотрите. Сейчас он отсюда. Лека, еще гречневая каша, да, Андрей? Салатик. Да, малыш, ой, какой ветер сильный. Венчики утром делала, 7:30 встала. Лека. Мам, по кастрюлям полазил. Вкусный салат, вкусный. Андрюш, какой ты дом построил? Многоэтажный? Класс. Покажи попугайчика. Ух ты! Многоэтажный. Коврик красивый у дедушки с бабушкой, да, Андрей? Новый. Дедушка ему сломал дедушка. Да ты что? Заходили в Мюллер вчера, когда гуляли. В общем, то, что главное мне нужно было в Мюллере, я, конечно же, забыла. Засмотрелись там, загулялись, рассматривали какие-то мангиботы, акции. В общем, мне нужно было зарядить телефон, купить эту карту, эту Гудхам карты. И, как всегда, забыла я ее. Но это не важно. Взяла вот такую новую шампунь от L'Oréal. Написано новый размер, 300 мл. Вот такой шампунь. И сразу кондиционер взяла, полоски. В общем, написано, что без силиконов. И 3 сорта глины. В общем, посмотрим. Это значит для жирных камней и для сухих кончиков. Посмотрим, как это будет. В общем, она стоит так около 3 евро. Была акция Ангибот. 2,39 стоит шпылька, 2,39 стоит шампунь. Но взяла вот такие вот платочки для сынульки. Такие вот носовые платочки. Раньше брали мы другие. В общем, первый раз я такие увидела. Написано цветные. 60 вот бунта тюхеров от фирмы Мюллерской, как Айвенмарки, собственная марка. В общем, сейчас открою, посмотрим. Там, по-моему, были зеленые, желтые. Первый раз такие увидела. Цветные для детей. И взяла вот такие вот масочки. Они тоже, на них Ангибот. Они стоили 50, а теперь 49 центов на 1 цент. Они дешевле стоят. Это такие клубничный пилинг, маска с трехфазным действием. Написано, очищает мягко и глубокое очищение. Вот, с фруктовыми кислотами для всех типов кожи. Такая я уже брала, классная маска. А эти ташнтухеры, они стоят 95 центов. Открыли мы сыночка. В общем, вот такая красота. Такой вот нежно-салатовый цвет и желтый. Она выходит одна желтая, одна зеленая. В общем, такие классные салфетки. Будем теперь сынульке покупать. Сразу он взял себе одну салфеточку. Вот такие они здесь разрисованы. Такие веселенькие, классные. Первый раз я такие увидела. Знаю, может, они раньше были. Написано, в общем, что специально для детей. Мягкие и 100% фаза волокна целлюлозы. В общем, трехслойные платочки. Классные, очень нам понравились.